Игорь Владимирович, второй раз за неделю играете с ЦСКА. Вот в чем сложность именно таких близких друг к другу матчей? Никакой сложности нету, просто играем против противника. А вы уже достаточно поработали с командой, тренировки провели, матчи. Вот, как вам кажется, хорошо уже знаете ребят, знаете их сильные и слабые стороны? Тренировок еще недостаточно, да, хотелось бы побольше, но я так уже ребят узнаю, я думаю, что они меня тоже узнают, и мы находим взаимопонимание. Ну и сегодня есть значительные изменения, прежде всего, на что обращаю внимание, нет принца, да, то есть в защитной линии тоже изменения, вот с чем связано? Ну, кто-то травмирован, кто-то болеет, только в связи с этим. Вот с принцем конкретно что? К сожалению, приболел сегодня, с утра уже не вышел на раскатку, но будем надеяться, что он быстро восстановится. Спасибо большое, хорошего матча.